Приоритет семьи и семейных ценностей – главная национальная стратегия, поставленная президентом страны. В Ярославской области в целях реабилитации семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, созданы специальные курсы. За 5 лет помощь в проблемах медицинской реабилитации получили свыше 300 родителей. Подробности далее. Наталья Пайпанин, курсы социально-педагогической и медицинской подготовки родителей на базе детской клинической больницы номер 3 посещает второй раз. Ее ребенку 3,5 года назад поставили диагноз ДЦП. Женщина говорит, важный аспект в реабилитации взрослого – общение с другими родителями. Помогает социализироваться в обществе с таким ребенком, потому что сложно с такими детьми, их не воспринимают в обществе, снаружи, и нам помогают психологи самой себе, как бы вот набраться мужества, сил, уверенности, что мы особенные дети. Очень важно обучать родителей быть родителями. Поэтому в Институте развития образования на кафедре общей педагогики и психологии создана уникальная программа, которая называется «Социально-педагогическое и медицинское сопровождение семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья». За время существования программы выпускниками курсов стали свыше 300 человек. На занятиях врачи рассказывают родителям, как заниматься с детьми ЛФК на дому, логопедическими уроками и другими методами восстановительного лечения. Рекомендацию дают и узкие специалисты. Главная цель – помощь и адаптация к сложившейся ситуации. Проект родился в 2011 году. Именно с этого периода мы реализуем проект в рамках программы «Семья и дети Ярославии». Вот именно длительность периода реализации этого проекта, наверное, говорит о степени его востребованности. Все выпускники курсов получают дипломы. Как обещает руководство, уже с октября у программы начнется новый этап – получить помощь станет возможна и в районах области. Светлана Доброхотова, Олег Лушников. День в событиях.